Так, ну что, всем привет, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем битву за кольцо. И у нас сейчас будет сложная битва. Битва в Карраке. Здесь у нас король чародей. Это будет очень сложно. Но я попытаюсь. Я попробую. У нас тут нет союзников. Будем биться один на один. Есть король чародей. Это будет очень сложно. Но попытаться стоит. Ребят, попробуем. Желательно, конечно, эту битву не проигрывать, потому что дальше, если он сейчас захватит это дело, он пойдет дальше и будет захватывать остальные территории. Нам этого делать не нужно, нам этого не надо. И желательно, конечно, сейчас отбиться, попробовать как-нибудь. Желательно отбиться. Так, кстати, у нас хорошее место для строительства. Я думаю, крепость строить смысла нету. Да, крепость строить нам не надо. Так, ну и давайте посмотрим по очкам способностей, что у нас есть. Надо сейчас немножко как-то подумать. Ну, топорщиков я призову в любом случае. Казармы до Ламрата, наверное, призывать не буду. Нет, не буду. Не буду, ребят. Так, Бенетор давай. Ну-ка, подожди. Если мы сделаем вот так, хватит нам. Да, нам хватает на войско мертвых. Но нужно ли нам это? Они очень долго откатываются, поэтому нет, я их не буду брать. Я их брать не буду. Значит, мы сейчас делаем вот так. Вот так. Вот так, вот так. И вот так, пожалуй. Я думаю, хороший такой расклад у нас получается. Так, ну и нам нужны лучники. Нам нужны лучники, ребят, как можно скорее. Там у нас король чародей. Мы готовы к сражению. Я думаю, он уже идет в атаку. У нас есть три рабочих, это очень хорошо. Что строим? Закончено. Так, один рабочий у нас занимается фермами тогда. Я знаю, Давай, как это. стройся. Воины Гондора! Будьте начеку! Мечи к бою! Держитесь вместе! Мы готовы к Блин, жалко сражению! кавалерию. Мечи к бою! Сейчас, короче, чародей прилетит и все, просто даст по Мечи к щам. бою! Это неприятно. Казарм готов! Много работы! Так. Что строим? Речь готова! Пора строить! Наша армия Ага, не может я принять еще не могу больше больше войны. строить. Инструменты! Блин. Готово! Строим! Что строим? Все обнаружил враг. Да, твою мать. Хорошее место! Еще и кольцо захватил. Рыцари Ой, сколько здесь кавалерии у врагов. Охренеть. Так, ладно, пытаемся отбиться. Так, тихо. Спокойнее, спокойнее, держимся. Так, давайте я построю башню. Да, вот она. Кстати, ребят, да, мне подсказали, спасибо, что подсказываете в комментариях. У нас курунь дикий просто по ферме. У нас, оказывается, вот где находится крепость у строителя. Я искал, я не мог найти. Так, у нас уже король чародей здесь. Вот это очень плохо. Это очень и очень плохо. А давайте построю еще одну башню, потому что, ну, это жесть. Надо как-то отбиваться. Лучники, давайте быстрее. Как он больно бьет, а? Как же он больно бьет, это падла. Так, ну да, это печально. Это печально. Король чародей здесь. И сейчас, под сомнением, моя победа в этой битве. Очень спорно. Очень спорно получается. Так, лучники, работаем. Так, смотрите. Тихо, убегай. Убегай, парень. Так, разорался. Разорался, да, распугал моих пацанов. Падла. Так, ладно. Пока вроде терпимо. Пока терпимо. Сила и доблесть. Так, кавалерия, тихо. А, блин, все-таки снес. Все-таки снес, сученыш. Я вижу тебя. Так, ну лучники уже есть, ребят. Ай-яй-яй, не бей, не трожь, падла. Так, давай, лучники, работаем. Только кучковаться не надо.
Рабочего не трогай, падла. Рабочего не трогай. Он опять вылетел за карту. Вот больной ублюдок, а. Куда подевался? Да, на самом деле, смотрите, он просто вылетел за карту. О, да. Я помню, такая фигня была у нас. Я помню, помню. Есть такая штучка, андрючка здесь. Так, рабочий... А, вот он. Вот он, падла. Догнал моего рабочего. Блин, как же долго его выносят там, и лучники. Конечно, лучники не самые сильные, но все же. Очень живучий, короче, чародей. Он, кстати, у нас какого? 7-го левела уже. 7-го левела. Охренеть. Так, ну сейчас вынесут. Сейчас вынесут. Давай, 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 давай. Немножко осталось добить. Все, готов. Вот и все. Крепость строится. Вот это плохо. Это плохо, что строится крепость. Сила и доблесть. Скорее! Так, ладно, отбились. Уже полегче будет. Главное, нужно было вынести короля чародея. Главная проблема была, это он. Так, что у нас тут? Ферму уже строить нежелательно, тут уже все, ребят, да. Здесь уже у нас все. Так, лучники, давай-ка садимся в башню. Вот сюда куда-нибудь. Так, ну пока я собираю войска тогда. Пока собираем войска и скоро пойдем в атаку, ребят. Скоро пойдем в атаку. За работу! Сила и доблесть! К цели! Мы нашли сигнальный огонь! Вперед! Сразимся! Мы лучше не стрельбище! Так, давай, кавалерия. Работаем. Я вижу тебя. Так, готов, ладно. Второй левел получает кавалерия. Скачите. Ломаем сигнальный огонь. Я не хочу за него биться. Просто слом... Почему я не могу его сломать? Мы отвоюем да, эти земли. Это странно. Скачите. Это очень-очень странно. Скорей. Вперед. Ну, тогда давай захватим. Построим здесь башню. Мы отвоюем эти земли. Тогда погнали сюда. Погнали сюда держать эту позицию. Биться за сигнальный огонь. Будем тогда за него биться. Окей. Так, давай. Точку сбора делаем сюда. Так, копейщики нет. Копейщики нам не нужны. Конечно, там у нас выходят тролли. Блин. Так, рабочий, давай, иди сюда. Так, кавалерия, работаем. Солдаты Гондора готовы. Крепость построена. Крепость у них построена. Так, он больно бьет. Ну-ка, тихо. Вынеси его быстрее. Блин, смотри, штампуют своих троллей сраных. Это, конечно, неприятно. Так, ладно. В принципе, я занял там позицию неплохую. Тогда держимся. А, так, у меня уже максимум очков командования. Больше призывать не получится. Уничтожим сила и доблесть. Стойте насмерть. Ладно, тогда пойдем продавливать. В принципе, у нас есть войска. Кольцо в лапах врага. Кольцо в лапах врага. Здесь строить нельзя. Рыцари! Ладно, пойдем продавливать тогда. Пойдем продавливать. Держаться в принципе, у меня вместе. Войска есть. Немножко, но есть. Будем пытаться их давить. Ждите своего часа, солдаты! Прокляну! Атаку! Так, погнали, ребят. Погнали. Так, ну нужно вынести крепость как можно скорее. Конечно же, нужно выносить крепость. Так, призываю топорщиков. Скоро будет Теоден появится. Давай, пацаны, выносите это дерьмо. Выносите эту погонь. No Мы
Кавалерию я хочу сохранить, она у меня улучшена, поэтому лучше, конечно, за ней проследить, чтобы у нас все было нормально. С этой самой кавалерией. Мечники, не стоим, идем в атаку. Кавалерия. Хотя давайте забираем все толпой, просто идем и забираем этого тролля. Давай на копье иди, давай, давай. Тупой тролль. Так, здесь у нас отпущенки. Давай выходим. Идем все сюда и просто продавливаем врагов. Нужно их продавливать. Занять оборону. Так, спокойно. Варяги, блин, тоже неприятные парни. Так, ну, неплохо, справляемся. Сейчас вынесем крепость, все будет как надо. Так, ну и выносим крепость тогда, ребят. Выносим крепость. Давай, погнали. Так, варяг, надо их вынести уже, чтобы мне тут не мозолили мне глаза. Так, Теоден, давай. Помогай нам. Ждите своего часа, солдат. Командование больше войск. Мы защищаем границы Гондора. Начинаем штурм. По-моему, крепость только осталась. А, еще рабочий стоит он. Держите прицел. Рабочий, иди сюда. Сейчас вынесем крепость и все. Вроде как рабочих уже не осталось. Ну да, главная задача была просто отбиться. В принципе, территория тут довольно-таки хорошая для обороны. Узкий такой проход. Ну, здесь, конечно, тоже проход есть, но они все идут по центру у нас. Все враги по центру идут. Поэтому особых проблем здесь не было. Блин, как быстро все-таки лесопилки прокачались. Смотри-ка, уже третий левел. Офигеть. Очень быстро они прокачиваются, конечно. Так, еще, значит, строитель остался, да, где-то? Где-то еще один строитель здесь тусит. Надо его искать. И где-то падла. Солдаты Гондора готовы! Врагу не пройти! Мы защищаем леса Гондора! Сюда! А вот рабочий. Вот и рабочий появился. Здравствуй. Здравствуй, дорогой мой. Готово. Замечательно отбились. Это очень такая, знаете, победа, которая нужна была. Без нее никуда. Если мы сейчас проиграли, короче, я просто пошел бы дальше все захватывать. Это очень хорошо, что мы отбились. Просто великолепно. Конец фазы. Мы потеряли наши земли. Мы захватили Мордор. Так, минус герой. Вот это, конечно, вообще шикарно. Сейчас будет намного проще. У меня уже минус 20 тысяч на карте Средиземья. Это, конечно, жестко. Ну вот Трандвилл только-только. Смотрите, Глорфиндел, который пал в бою. Они его возродили. И еще какой-то у нас герой появляется. Замечательно. Штампует героев наш союзник. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Мне это нравится. Так, давайте сюда парочку лучников перекинем. Тут огромное войско у нас собралось, конечно же. Кавалерия у нас... Да, улучшенная. Все-таки, да, она у нас была улучшенная. Так, ну и здесь. Значит, здесь мы что делаем? Тут я отдаю Арагорну войска. И здесь, в принципе, уже никаких особых проблем не намечается в Гондоре. Поэтому я раскидываю войска. Пипин. Ну, давай иди с Арагорном, почему бы и нет. Так, ладно. Значит, двигаемся дальше. Арагорн у нас идет защищать Изенгард. Так, ну и здесь у нас войска стоят, все нормально. Эльфы уже в пути. Фармер мы с вами не трогаем. Он у нас забагованный, я уже об этом говорил. Так, ну и конец фазы. Шелоп хочет захватить Изенгард. Ну, здесь без вариантов для тебя, старушка. Так, готово. Наших земель стало меньше. Прекрасно, зажимаем. А, посмотрите, осталась одна земля. Осталась одна земля у гоблинов. Сейчас мы, значит, это дело захватим, и все. Особых проблем не будет. Значит, с Хельмовой пади я тоже перекидываю войска.
Так, у нас одни лучники. Перекидываю Боромеру, чтобы его вообще нельзя было сломить. Просто непробиваемая армия, очень-очень большая. Все, это максимум. Да, это максимум, больше нельзя. Так, ладненько, погнали сюда. А здесь у нас... Ага, давайте перекинем лучников. Для обороны. Так, ну и здесь вроде как все. Идем сюда, идем захватывать дальше. А, значит, Боромир у нас сейчас пойдет, попробует захватить на Кардалан. И здесь... В принципе, конец фазы. Да, конец фазы, ребят. Ну, куда ты лезешь, Готмак? Куда ты лезешь, пельмешек? Нет, 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 даже не думай, парень. Даже не думай. Так, значит, здесь у нас... Ну, тут все понятно, ясненько. У Олранда огромная армия. Да, смотрите, 15 и 15. Огромное количество, что у нас, что у союзника. Так, и здесь давайте все-таки сохранюсь. Что-то здесь как-то очень много врагов. Я не знаю, получится ли выиграть здесь в расчете итогов. Ух ты ж, ёб твою мать. Ёб твою мать, не-не-не-не. Тут я отступлю, пожалуй. Очень много врагов, очень здесь сильно обосновались Мордор. Это вообще без вариантов. Ну и здесь у нас глашатый снова пытается напасть. Здесь автосейв. Ой, автобой. Здесь тоже без вариантов. Еще и крепость стоит. Тут вообще легчайшая битва получается. Мы потеряли готово. Наши земли. Да, ребят, все. Мы с вами избавились от фракции Мглистые горы. Наконец-таки. Наконец-таки мы с ними справились. И это великолепно. Великолепно. Так, здесь я войска перекидываю немножечко. Если сейчас снова пойдет он в атаку, чтобы не получилось у него ничего здесь захватить. Перекину немножко войск. Значит, Фрагор у нас сейчас идет сюда. Тут еще у нас, посмотри, тут у нас этот странный ублюдок. Саруман может сделать грязи. Может делать грязно довольно-таки. Блин, печально. Фармер здесь. У нас два фармера с вами. Это, конечно, жестко. Так, а у нас тут, посмотри, Беритор же уже на месте. Тогда отправляем его сюда. И, значит, Боромир у нас возвращается в Рохан. И Саруман может напасть, и там просто нельзя им дать пройти. Нельзя им дать пройти. Нужно отбивать все это дело. Конец фазы. Да, смотри, все-таки он пошел на Хельмову пать. Ну, здесь старый для тебя... Здесь тебя ждет смерть. Здесь ты у нас не боец, не конкурент совсем, абсолютно. Так, ну готово. Готово у нас тут. Так, смотрим дальше. Ну, снова пытается, смотрите, глашатый здесь напасть. И, по-моему, глашатый у нас подыхает. Я захватил его земли. Арагорн там захватывает это дело. А, ну, да, все правильно. У нас глашатый подыхает. Шикарно. Минус герой. Минус герой у Мордора. Герой становится все меньше и меньше у врагов. Это очень хорошо. Тут еще, конечно, Изенгард все еще живет. Какие они живучие все-таки. Очень-очень живучие. Так, ну что, здесь у нас тоже неплохие войска. Я сейчас еще перекину лучников, мечников сюда. Вот так вот для полного комплекта. Так, так. Ну и здесь, ребят. Значит, идем сюда. И да, так и оставляем тогда. Конец фазы. Ну, здесь все понятно. У меня еще две осадных, поэтому тут просто раскидываем врагов. Только в путь. Без вариантов, просто без шансов. Так, ну и здесь, значит, старичок, тебе... Да, ты у нас отлетаешь. Минус Саруман. Замечательно просто. Замечательно. Минус герой. Просто выщелкиваем, ребят, как семечки всех героев. Это просто великолепно. Ну, сами они себя тут, конечно, зажимают в тиски. И это, конечно, это глупо. Это очень глупо со стороны врагов. Так, ну и здесь что-то у нас получается какая-то фигня. Пиппин, давай-ка иди-ка сюда, попробуй там что-нибудь сделать. А, он просто пропал. Прекрасно, замечательно. Классно проработана у нас битва за кольцо. Герои пропадают. Просто великолепно. Ладненько. Так, ну здесь главное отбились мы. Сейчас мы забираем вот эти войска, которые остались. Отдаем их.
уже у нас максимум. Отдавать-то некому. Ладно. Значит. Давай парочку лучников сюда сейчас перекину. На всякий случай. Так, здесь у нас Халдер идет. Ну, мне кажется, он справится. Должен справиться. А здесь мы сейчас идем сюда. И Беритор, давай-ка, иди-ка сюда. Конец фазы. Да, тут смотри-ка. Атакуют у нас. Два героя у нас тут, ребят. Вместе с Трандуэлом. Огромное войско. Ну, я думаю, справится без проблем. Плюс еще один герой. В принципе, должны их разваливать. Да, ребят, я ошибся. Это была ошибка, которая стоила всех войск здесь. Вот это да. Вот это подстава. Это жестко получилось. Но я загружаться не буду, я сохранюсь. В таком случае. Ошибки бывают. И ошибки эти непростительны. Но здесь давайте сразимся с королем-чародеем. О, король-чародей, конечно, очень неприятный герой. Долго его выносишь. Только лучниками можно его вынести. Больше никак. Это очень проблемный герой. Очень сложно против него биться. Очень неприятный, конечно. Ну, куда деваться? Сейчас будем с ним разбираться, ребят. Какая-то зимняя карта. Ну, мы с вами находимся на севере. Поэтому сейчас разберемся. Сейчас все будет. Карта какая-то. Кстати, я не помню ее. Очень редко в нее играл. А, так. Ну, все по-старому тогда. Давайте. Призываем войска. Сюда. Ну и давайте я возьму разрыв в облаках. Не знаю, успеет откатиться, не успеет. Так, ну и здесь я штампую сейчас лучников. Сейчас будет инструменты. Ладно, пусть пока тогда одни лучники будут. Где у нас появился враг, я не знаю. Что у нас здесь? А, посмотрите, вот очередной баг. Не показывается аватарочка у союзников. Куда собрался? Хорошенький парень. Парень, ты куда? Что за фигня? Так, давай сюда башню построим. Почти готово. Он уже пошел сносить моего союзника, эльфа. Пойдем поможем. Там тролль, он сейчас да быстро вынести казармы. Нужно с ним разобраться. Да, посмотри, просто шикарный урон, конечно, у него. Падла, а. Еще гоблин расстреливает его. Но все-таки мало он сейчас несет. Успеет снести. Еще одна плюха. Ах, не успел. Он уже такой, знаете, хотел кинуть, но немножко не успел все-таки. Так, короче, где здесь? Это, конечно, печально. Очень печально. Я строю башню тогда. Строим! Кто меня звал? Что строим? Рабочий, спасай свою задницу. Строитель! Ах, сукин ты сын, а? Опять они нападают! Падла. Так, давай, лучники. Здесь местные, кстати, работяги убивают его. Башня готова, я сейчас посажу сюда лучников, чтобы они хоть как-то отбивались, отстреливались. Рабочий, живи, давай стройся. Давай завязывай, парень. Выноси его. Готов. Так, ну и король чародей остался. Король чародей, надо его выносить. Лучники в башню. Лучники, давайте в башню. Как тебе, король чародей, нравится? Когда лучники в башнях сидят. Неприятно, да? Неприятно. Это и понятно. Посмотри, на некоторых локациях башня у нас открытая. Здесь она закрытая. Прикольно сделано. Кстати, даже описывается, посмотрите. Даже описывается, кто там сидит у нас. Лучник второго левела. Ага. Прикольно сделано.
Очень даже. Сейчас построю. Много работы. Так, ну и давайте будем штурмовать кавалерию, чтобы быстрее добираться до базы врага. Как можно скорее. Не, в принципе, нормально. Живем, ребят. Тут все хорошо. Все строится у нас, союзники. Строимся отдельно. Все великолепно. Так. Итого, что мы имеем. Враг у нас, значит, строится здесь. Постройка завершена. Что-то как-то у нас здесь кавалерия забаговалась немножко. Так, пацаны, давайте захватывайте. Что за магия? Что за... Орочья магия была только что, вы видели, ребят? Это какие-то нечистые силы у нас тут работают. Какого хрена? Что за дерьмо? Ладно, поможем нашим союзникам немножко. Ну, бывает, бывает, да. Что строим? Почти готово. Так, ладненько, давай строиться. Давай сюда. Лучники есть, давай поможем союзникам. Немножко пройдем вперед. Поможем огнем. Точнее, с луками, стрелами. Так, тут у нас есть проход? По-моему, проходик есть, да? Кстати, снег тоже сделан неплохо вообще в этой игре. Посмотрите, как он валит. Довольно-таки прикольно сделано. Красиво, красиво. Так. Это сейчас говорю не про модификацию, а вообще про оригинальную игру. Там тоже был хороший снег. Тем более для тех времен, когда вышла игра, в принципе, смотрится очень-очень даже круто. Так, ладно, лучники, пусть пока выходят потихонечку. Здесь я улучшаю. И кавалерия. Кавалерия нам нужна. Здесь я, значит, сделаю сейчас вот так. Будем продавливать их кавалерией. Тогда. Сейчас еще откатятся способности у нас. Так, здесь у нас эльфийские леса. Они нам сейчас помогут немножко. Плюс к броне. Никогда лишним не будет. Поэтому сейчас будем отстреливаться именно здесь. Вот так вот. Великолепно. Так, там у нас... Был призыв кого-то. Кто кого призвал? Немножко непонятно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, ну здесь лучники стоят, отстреливаются. Все нормально, в принципе. Так. Спокойно. Ублюдки, спокойно. Кавалерия. Да. Отсюда их не увидеть. Кавалерия на нас штампуется потихоньку. Инструменты. Поберегись. Рабочий, беги. Беги, рабочий. Так, лучники, выходим. Надо хотя бы одного рабочего сюда спрятать. Так, Денетор. Давай-ка работай. Что-то из лучников выносит очень жестко. А, он кавалерию призвал. Падла, а. Крепость он вроде как еще не построил, а крепости у нас тут нету. Так, стоять, парни. Стоять. Обоссались. По славу Гондора. Так, кавалерия у нас вышла, замечательно. Кавалерия здесь. Рыцари Милос Тирита. Вперед. Скачите вперед. Подожди, там у нас что? Где у нас был трактир? А, трактир захватывают, все, нормально. А, тут у нас, блин, странные орки захватывают трактир. Падла, а. Так, рабочий. Иди-ка сюда, хорошенький. Камни на камни не оставили. Сила и доблесть. Так, а вот этих пацанов нам здесь не надо. Вот этих пацанов нам не надо здесь. Тихо, отходим, отходим, отходим. Топорщики. Это неприятно. Так, топорщики, давайте призовем их. Пусть пока немножко подтягиваются эльфы. Помогают мне. Значит, здесь у меня лучники, да? Лучники сидят. Давайте сейчас отправлю их в бой всех. Кавалерия тоже идет в атаку у нас. Сила и доблесть. Давай, скорее. Надо продавливать их. Мы будем сражаться. Надо их продавливать. Мы готовы к сражению. Мы отвоюем эти земли. Держаться вместе. Не медлите.
Очень много казарм построил. Ну все, враг у нас сдался. Очень много казарм построил. Мы отвоюем эти земли. Очень много было. Так, ну вот и все, отбились без проблем. Так, ну ладно, идем дальше тогда. Смотрим дальше, что у нас там. Так, короче, Родион у нас снова терпит поражение. Даже без героев мы с ним справились. Так, ну здесь, конечно, да, Тран и Луна валяли. Не ожидал такого. Вообще не ожидал, что его тут накажут. Это было довольно-таки жестко. Блин, ферма здесь платная. Это, конечно, минус. Из минуса... Минус в том, что нельзя построить фермы. И минус в том, что я не могу выйти из минуса. Одни минусы, блин, кругом. Так, здесь, значит, у нас красавчик. Блин, там войска, конечно, лютые просто. Очень много. Очень много там у него различных войск. Так, ладно, тут я не буду перекидывать войска. А здесь у нас... Так, давай сюда. Здесь мы с вами идем вперед. Эльфы начинают просто выносить всех. Я еще попробую сейчас вот это место сейчас занять, и чтобы враг у нас не смог пройти сюда. Чтобы как-нибудь закрепились наши союзники. Конец фазы. Так, Арагорн нет. Давай-ка отступай, тут вообще какая-то жопа полная. Так, ну и здесь раскидываем, все хорошо в Ривенделе. Так, очень много врагов сейчас. Мордор разожрался очень люто. Поэтому здесь проблемненько будет, конечно. Немножко проблемно. Так, давай немножко сейчас отойдем туда вот сюда. Если что, будем там обороняться. Так. Ага, тут у нас плавильня построилась. Замечательно. Ну, здесь, смотри, работают. Работают пацаны, все хорошо, захватывают земли. Все великолепно. Так, ну я сейчас пойду сюда. Я пойду сюда, и сейчас мы сделаем тогда... Вот так вот сейчас сделаем. В принципе, давай сюда еще перекинем войска. Конец фазы. Тут у нас сейчас начинается такая битва, очень жесткая, ожесточенная. Ожесточенная битва. Ну, Лурс, ты у нас... Все понятно с тобой. Бесполезно в твоем случае. Так, отдаю я земли союзникам. Так, ну и сейчас тут будет битва, скорее всего. Да, сейчас будем биться, ребят. Будем просто биться и все. Так, сейчас посмотрим. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь врагов. Охренеть. Охренеть. Ну давай, попробуем. Карта не очень большая, кстати. Но я постараюсь. Одни горы. Одни горы, кругом одни горы. Это неприятно, конечно. Не знаю, успеет ли построиться наш союзник, потому что крылатая тварь сейчас сразу пойдет в атаку. Сейчас сразу же она пойдет в атаку и будет неприятно. Но если сейчас мы справимся, то враг, по-моему, у нас погибает. Крылатая тварь просто подыхает. Так, сладненько. Сейчас кольцо у врагов. Сверху появились они, да, значит? Да, появились сверху. Там очень много кавалерии, опять же. Ну давай. Давай штамповать войска. Угу. Топорщики. Замечательно, есть войско мертвых. Но опять же, я не знаю, успею ли я использовать это дело. Так, нам нужны лучники. Нам нужны лучники. Как можно скорее. О, да, ребят, я помню эту карту. Она была... Кто знает, ребят, кто проходил игру «Властелин колец» и «Битва за Средиземье 2», самую вторую часть, не дополнение по знамени Короля Чародея, а просто... Вторую часть битвы за Средиземье. Это самая первая карта за эльфа, по-моему. А может и не самая первая, кстати. Ну, там такая миссия была, я помню. Очень интересная была миссия, очень прикольная. Мне она понравилась в свое время. Классная была. Воспоминания, воспоминания, ребят. Я помню, помню, как это было. Это было шикарно, конечно. Так, ну и нам нужны лучники. Так, тут уже кавалерия пошла в атаку. Отбиваемся.
Арагор не должен помереть. Сила и так, лидерство появилось, да? Да, появилось лидерство. Замечательно. Прекрасно просто. Приготовиться к схватке. Ах ты, падла. Ты уже здесь, да? Крылатый ублюдок. Мы не можем взять под командование больше войск. Готово. Пора строить. Сукин ты сын, а? Ой-ой-ой, боевые тролли еще пошли. Да, это жестко, ребят. Карагор. Давай, разваливай. Ой, сколько есть троллей! Ты посмотри, сколько здесь троллей. Это же пиздос просто. Охренеть. Так, ну мне нужны лучники. Он сейчас всех моих перебьет. Тут сейчас такая битва ожесточенная. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, рабочий. Мышка, что с тобой? Тихо, тихо. Не... Что-то мышка немножко у меня. Ничего, с ума сходить. Не трогай строителя, падла. Да ладно, вынес что ли мне казарму? Так, ну-ка. Иди-ка сюда. Куча осадных. Просто целая куча. Давай, Арагорн. Да хорош пердеть уже там, пыхтеть. Как будто сидит на толчке, ребят. Да, Арагорн, ты жесткий парень, конечно. Так. Враг атакует фермы. Почти готово. Так, мечники, кстати, еще живы остались. Иди сюда. Иди-ка сюда, падла. Колечко стырили, кстати. Копейщики. Красиво, красиво. Так, ну все, вроде как отбились. Конечно, какая-то тварь еще летает, эльф у нас выходит, помогают отбиваться. Ах ты, сукин ты сын, а. Ладно. Сейчас сдохнет крылатая тварь. Он не такой живучий, как король чердей, конечно же. Плюс к тому же у него только второй левел. Хана ему. Готов. Так, рабочий. Давай-ка стройся. Не будем строить. Так, ну что, пойдем в контратаку тогда. Арагорн очень живучий, конечно, очень силен. Можно идти. Можно идти в атаку. Ну все, здесь особых проблем не будет. Какая-то крылатая тварь сдохла. И мы с вами идем дальше. Не дразните пауков. Погнали. Так, золотишко. Прекрасно. Не, конечно, дофига золота. Вот это крики, конечно. Вот это мотивация от Арагорна. Да. Было жестко. Так, лучники. Давай. Мне кажется, там вообще один Арагорн со всем справится. Не стоит беспокоиться. Пора строить! На работу! Строите в другом месте. Ну погнали. Ну да, тут уже куча мечников, посмотри-ка. Куча мечников, куча копейщиков, лучников. Эльфы тоже идут. Поэтому без проблем, сейчас мы тут их вынесем. Арагорн сейчас все сделает. Все сделает по красоте. Все, погнали сразу тогда на казармы. Крепость. Крепости у них еще вроде бы нету. Да, крепости нету. Замечательно. Да, конечно, просто лютый урон у Арагорна. Просто жесткий. Хорошо накидывает он. Так, варяги, блин. Лютые парни. Давай их вынесем. Быстрее. Эти крики его, конечно, просто жесть какая-то. Капец. Так, ну вот и все, ребят. Вот и все. Конечно, очень много было троллей, да, вы видели. Просто целая куча, плюс 3 или 4 осадных. Это было довольно-таки жестко. Но справились. Справились, отбились.
Посмотрим. Нас предали! Опять копейщики опять меня атакуют. Что за подстава опять начинается? Ладно, идем отсюда. Где рабочий? Где-то еще остался рабочий. Где-то здесь, наверное, он где-то где-то ходит. Так. А, вот рабочий. Все на рабочего. Давай. Понеслась. Толпа целая. Готово. Ух. Да, первая, конечно, такая стычка. Ну, Арагорна пробить очень сложно, поэтому я был уверен в нем, что он справится. И все нормально. Справился Арагорн, все хорошо. Минус герой, ребят. Минус герой, крылатая тварь. Замечательно. Просто шикарно получилось. О! Так, ну, сами идем дальше. Тут еще, на самом деле, война не закончилась. Война продолжается. Так, ну и здесь, я думаю, можно уже стягивать немножко войска вперед. Мы с вами и займемся. Так, а здесь, значит, давай пойдем сюда. Арагорн у нас идет вот сюда. И Беритор, давай сюда, погнали. А, в принципе, конец фазы. А давай попробуем. У меня, в принципе, 9 отрядов мечников. Очень много мечников. Давай попробуем, посмотрим, кто кого. Да, непростой, конечно, непростой бой. Как-то очень мало мы выносим врагам. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко не хватило. Немножко не хватило. Это была бойня, конечно. Вот это была бойня. Да, довольно-таки жестко. Так, ну что? Давайте смотреть дальше тогда. Беритор, как так-то, а? Как так-то ты подставился? Давай, забирай войска и двигайся дальше тогда. Так, здесь у нас сраный Готмак. Сейчас может не помешать. Тогда, давай я скину сюда парочку лучников обычных. Сюда. Сделаем вот так тогда. Ну и пусть у нас Бормир идет, отлавливает Готмага, этого ублюдка. Надо его ловить. Так, ну и здесь. Так, давай пойдем сюда. В принципе, ребята, уже битва у нас заканчивается. Тут осталось немножко. Все-таки продавили мы врагов. Это была, конечно, долгая битва. Довольно-таки долго, но потихонечку все-таки мы их задавили. Так, отдаем зем. А, ну тут еще битва у нас с королем чародей. Ну, здесь король чародей. Тут уже тебе не справится против Арагорна. Почему так долго выносится? Капец. По чуть-чуть только выносится. Это, видимо, король чародей. Самый живучий такой. Падла. Самый живучий оказался, да? О, ну все, ребят. Тут все уже. Зажимаем врагов. Очень жестко. Очень люто. Здесь сейчас, значит, скидываю еще союзников. Вот сюда. Кавалерию, луки, лучники. Вот так, я думаю, вполне себе нормально. Так. Очень, видимо, много ресурсов у нас у... Да, посмотрите, просто на каждой... Почти на каждой территории у нас есть отряды. Тут даже крепость имеется. Очень много юнитов у эльфов на карте Средиземья. Просто дохренища. Так, ну и здесь Арагорн. Давай, нужно продавливать дальше. Ангмар у нас карта. И здесь, значит, Беритор. Ты у нас сейчас займешься вот этими чувачками. Вот этой сладкой парочкой. Так, давай иди сюда. Ну и, в принципе, конец фазы. Конец фазы. Так, здесь у нас... Блин, ну давай попробуем. Просто ради интереса. Там, конечно, осадно. Нет, осадно все-таки, наверное, не получится. Хотя, давай. Хорош! Смотри-ка. Видимо, это сказывается то, что Беритор у нас 5-го левела, и плюс войска улучшенные. Посмотрите, лучники. Лучники Гондора у нас улучшены. Это все-таки сказывается. Плюс, наверное, Готмак там... Второго, может, третьего левела. Тоже как-то... Это тоже как-то сказывается в битве. В любом случае. Так. Хорош. Остался один лурц. Ну, тут без проблем сейчас мы его зажмем. Тут, в принципе, забираем войска.
Куда он, интересно, пойдет? Куда он двинет? Мне кажется, пойдет куда-нибудь вот сюда. Блин, даже не знаю. Здесь у него шансов 100% нету. Здесь тоже. Хотя давай пойдем сюда. Возможно, он сейчас двинется именно в ту сторону. Так, ну и здесь у нас тоже враги имеются. Погнали, погнали зажимать их. Конец фазы. А, сюда пошел, да, значит? Падла, а? Ну ты падла. Расчет итогов. Так, ну и здесь у нас. Что у нас тут? Карнум. Шикарная карта для обороны. Ну, здесь, я думаю, биться даже нету смысла. Хотя давай, знаете, такую последнюю такую красивую битву сейчас сделаем. И все, чтобы было просто чики-пуки как надо. Ну, так, знаете, для контрольной точки. В общем, чтобы особо не париться. Давай займемся королем-чародеем. Откуда ты начал, там ты и закончишь, король-чародей. Это твое место, Карнум. Я думаю, кто играл в дополнение по знамени короля-чародея, знает, о чем я говорю. Так, ну и что? Вот он, король-чародей, он уже здесь. Погнали меситься, погнали меситься. There are few of us left. Будьте настороже. The Northern Kingdom was destroyed. Я не знаю, есть ли смысл сейчас брать очки способности, мне кажется, нет. Кажется, особого смысла-то и нету. Так, вот она крепость, да, ребят. Мы об этом писали. Строитель в опасности! Строитель пал в бою! Строители, не трогай, падла. Так, лучники, конечно, жесткие. О, лучники, король чародей жесткий. Король чародей жесткий парень. Так, кавалерия. Мы готовы к сражению. Лови рабочего. Не давайте им подойти. Да хорош строится, вот бегает, а? Смотри-ка, туда-сюда, туда-сюда. Так, что у нас там союзники? А, строятся они в Карнуме. Так, ну все. Все, ребят, готово. Да, король чародей просто рассыпался. Но это было быстро. Это было быстро. Главное поймать рабочих. В этом мне помогли еще. Помогла кавалерия, конечно же. Так, ну что, вроде бы все, ребят. Остался там один лурдс. Враг у нас погибает, выходит из игры. Так, вот там написали. То, что враг подох. Так, ну что, здесь у нас, значит, остался сладенький лурдс. Нужно его разваливать. Победа, ребят! Победа! Вот такая у нас выдалась битва за кольцо. Надеюсь, вам понравилось. Довольно-таки долгая получилась битва. Думал, будет побыстрее, но оказалось вот так вот. Так, вы уничтожили всех врагов. Ваша команда шикарно нам написали. Все великолепно. Все чики-пуки. Так, ну что, ребят, вот такая у нас выдалась битва за кольцо. И надеюсь, вам понравилось. Мы с вами играли за Гондор. В принципе, как я и говорил в начале этой битвы, самой первой серии, когда мы начинали за Гондор, я говорил о том, что это у нас последняя битва. Больше, ребят, модификации в Age of Ring у нас на канале не будет. Мы с вами посмотрели на все фракции, на все плюшки, которые у нас есть в этой модификации, у разных фракций. И, в общем, да, мы с вами заканчиваем с этой модификацией и больше к ней возвращаться не будем. Не будет битвы за кольцо в ней. В общем, все. Мы посмотрели и забыли, ребят, про эту модификацию. Идем дальше. Дальше, ребят, кстати, пишите в комментариях, какую модификацию вы хотели бы видеть дальше на канале для обзора. Пишите, пишите, я обязательно почитаю. И там уже мы с вами сделаем выбор и посмотрим на какую-нибудь другую модификацию. Все, ребятушки, я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели эту битву за кольцо. Спасибо, что ставили лайки. Это очень приятно, это мотивирует на дальнейшие ролики. И мы с вами услышимся в следующий раз. Всем спасибо за внимание. С вами был Игорь. Всем удачи и всем пока. Счастливо, ребят.